Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Горячий Цех. Меня зовут Мясник. Ох, у нас продолжение Umbrella Elwoods. Ну, давайте, прежде чем начнем, небольшие новости, обновления. Первое, что хочется сказать. Немного мне удалось уменьшить свои лаги в игре. Отписал, точнее, отключил половину голосовых модов, которые отвечают. Плюс удалил, как мне вот советовал один из подписчиков, удалить кодек медиаплееров K-Lite. То есть я вот как раз вчера это сделал. И вроде как лагов стало меньше. То есть я вот потестировал. Миссии все равно загружаются долго, иногда там по 5 минут. В начале миссии все равно лаги есть, но если, допустим, немножко подождать, то потом лагов становится вроде как меньше, игра идет плавно. Ну, хотя бы 30 стабильный FPS, то есть она выдает. То есть, вроде как. А далее я отключил не только голосовые моды, но еще некоторые визуальные моды. То есть, как видите, вот панельки тут и нету и так далее. И самое главное, я отключил мод, который вот называется... EU Mechanics. Это, короче говоря, мод, если вы видели предыдущие выпуски, когда у меня кого-то на поле боя ранят, я его прям на поле боя до полного здоровья вылечиваю, и он не считается раненым. Это делал как раз вот тот мод. Это якобы мод, который делает механику здоровья, как в первом Long War. А в первом Long War было как? Ну и вообще, то есть вот у вас есть, допустим, например, две полоски брони, одна из них такая ярко-синяя, а вторая, ну, такая голубоватая. То есть, вот ярко-синяя — это броня, а голубоватая — это уже ХП персонажа. Так вот, если ярко-синюю броню просто ее покоцали, а до голубой не добрались, то тогда персонаж не будет считаться раненым. А здесь как-то, вроде как, здесь то же самое, но, не знаю, переделано как-то по-другому. Я что-то посчитал на некоторых миссиях, но у меня... Немножко это дисбалансно мне показалось, поэтому я его отключил. И заодно подключил по рекомендации тоже еще одного подписчика мод, который называется A Highly Reward The Chosen Pack. То есть можно перевести как пак избранных. Трудная война. То есть трудная война. Он мод вроде как он немножко избранных не то что апает. Он просто немножко переделывает их поведение. Вот, я его уже протестировал. У меня опять был бой с Ассасиншей. И я заметил, что Ассасинша вместо ни одного раза использования дробовика использовала его аж 5 раз. 5 раз из дробовика стреляла. При этом не уходила постоянно в инвиз, то есть пользовалась там еще какими-то некоторыми скиллами. Ну, прикольно. То есть, возможно, теперь избранные будут не такие. Может, я их так сильно обоссовать не буду. Тем не менее. Вот. Также еще хочется сказать. Здесь у меня... Кто у меня? Вот. Одинокий лорд получил... подписчик Одинокий лорд получил персонажа. Вот единственный комбат-инженер, который есть. Вот я ему сказал, что вот есть на выбор такие-то ребята. И так далее. Также, если есть свободные сейчас ребята, есть ниндзя свободные, есть свободный один огнеметчик, самурай. То есть, если кто хочет, пожалуйста, я пока новые запишу только этот ролик, пока новые ролики потом записывать временно не буду. Вот. И также еще ходят, опять же, слухи, это последняя, наверное, вот новость. Ходят слухи, что уже наконец-то, вот уже вот буквально на днях должна выйти вот это... Elwoods, Long War of the Chosen, должна выйти из беты и наконец-то релизнуться в Steam. Сразу хочу сказать, что даже если это произойдет, новый трай я начинать не буду. Я буду вот именно конкретно вот этот трай, который сейчас идет. Даже при учитывании того, что здесь у меня игра лагает, и это то же самое. И на русском я тестил, игра вроде как игра летает лучше, даже со всеми модами отключенными, которые я отключил. Все равно я этот трай... начну заново только в двух случаях. Первое, если у меня крашнутся сохранения, ну, по какой, неважно по какой причине, но я не смогу загружать сохранения. Либо я просто банально, ну, на стратегической карте проиграю. То есть, либо у меня там всех убьют, например, всех оперативников, или Адвент достроит свой аватар. В общем, стратегически поиграю. Вот только тогда я буду начинать новую игру.
заново. Ну а четвертый сезон будет продолжаться, как и запланировано. Вот. Да, и отдельно. Виолетта Зайкина. От слова заяц. Я твое имя поправил. То есть я об этом помню. Я об этом вспомнил, когда сегодня стал записывать. Поэтому вот все. Надеюсь, я правильно теперь. Виолетта Зайкина, а не Заикина. То есть у меня тут есть вот Кирилл Заикин. Вот. А это Виолетта Зайкина. То есть вроде я так подумал, брат и сестра, но нет. Ой. Так, ну что ж. Переходим на глобальную карту. И сразу из огня да в полымя. Нас ждет рейд за материалами. Потому что я, честно говоря, просто уже 4 месяца не записывал ни видео. Все то, что вы смотрели до этого, это была именно что запись. Я все это записал где-то за неделю записал. За вторую неделю все это зарендерил. Вот. И вообще, честно говоря, даже не помню, что у меня тут уже на глобальной карте. До этого вот посмотрел предыдущие выпуски. Что там у меня было. Ну и вот у нас, пожалуйста. Честно говоря, отправился туда не самый топовый состав. Ну, да ладно, я думаю. Я думаю, сейчас как-нибудь вытащим. Плюс-минус. В общем, поехали. Так, итак, начинаем. Вот я немножко здесь еще подвырезал, пока персонажи просто так стоят. Чтобы игра немножко, скажем так, прогрузилась, пролагала. Ну что? Разведка вперед. Рекон наш. Вот, все равно немножко подлагивает. Возможно, кстати, возможно, я и попробую еще записывать видео не через программу NVIDIA, встроенную на видюху, а попробую через, допустим, тот же ABS, ну или, например, Bandicam. Хотя Bandicam это программа платная. Вот. Можно, конечно, там как-то кряки какие-нибудь скачать и прочее, но вот. Moving out. Так. We've got an enemy squad ага. Here. Угу. О, Биогенераль. Есть. Ну все, кстати, вот она тут палит. Можно располагать людей уже, в принципе. Надо выставить людей правильно сейчас. Так. Так, давай сюда. Так, ты давай сюда. Вот сейчас так вот встанем аккуратненько. Ага, вот. Отлично. Первый пак мы нашли. Опа. А ты чё открылся? Или как ты открылся-то? Братан, объясни мне. Здесь что мы делаем? Понятно, надо бы, конечно, эту тему разрушить. Где мои пулеметчики? Let's do this quick. Так, во-первых, спарка. Нам надо устранить немножко людей. Поэтому сразу врубаем овердрайв. Так, 100%. Ну, погнали, начинаем. Раз. Еще не до конца еще пролагала игруля. Так, один есть. Так, теперь давай офицера решаем укрытие. Thank you.
Здравствуйте. Position confirmed. Так, Василий, давай сюда переместись. Coming. Ну да, ты, конечно, его не убьешь. Ну, просто постреляй. Вот, хорошо. Сейчас мы этот опасных уберем всех. Да, лорд одинокий, вот. Это твой первый, это, можно сказать, твоя первая вылазка, и ты уже на... Ты уже начинаешь походить на бойца XCOM. Мои поздравления. Так, давай все-таки его уберем. Офицера есть кому убрать. Крайняк, вот. Так, Пирс Невинс. Пирс. Проблема в том, что ты тут особо-то и не видишь никого. Так, ты давай сюда отойди. Holding. Так, Джейн, солдат Джейн. Есть. Слушай, ну дым мы, конечно, немножко сейчас проебали, поэтому мы хоть вот так вот их закроем немного. И пулеметчика. Давай сюда расположим. К сожалению, никого не видят, поэтому в Хантер. Прибывает избранная. Ну отлично, давай, покажи мне, что, чему ты научилась. Ну, ты там вечно в качалке зависаешь. Покажи, чему ты, что-то, что ты умеешь, что-то нового научилась. А ничего, мы ее подождем. Нам спешить некуда абсолютно. Так, все, искра танкует. Поддержка у нас есть. Ну, вон. С этого мы будем вести позиционную войну. Ага, вон там еще и ребята паникуют некоторые наши. Это он. Прости, рука дернулась. С испугу. Да. Отлично, молодец. Просто вот. Упс. Так, у него, насколько я помню, огненные гранаты. Ну ах ты сволочь, ты посмотри. Ну вот, вот первое ранение у нас на сегодня. Первое ранение на сегодня. Ничего страшного. I will end this quickly. Так, Пирс Невин сможет. Ну, ты только его и видишь. Поэтому давай лупи.
Васю надо будет подхилить немножко. Ага, ну вот, то есть здесь сюда надо перемещаться. А у кого-нибудь есть аптечка? Еще. Аптечка, кстати, есть вот у тебя аж три штуки целых. У тебя есть аптечка, у Пирса есть аптечка. Надо это, убирать отсюда Васю. Что Вася кадр-то ценный. Так, давай подходи. Сейчас мы тебя подлечим. Ну, вот, подлечи его. Так, и вообще уходи отсюда. Сюда. Ну вот, сюда давай. Ракеты мы сейчас устраивать не будем. Так, лорда мы спрячем сюда. Okay. Так, вот давай холотаргет на него. Девяносто шесть. Ну, работай. Пулеметчик. Я бы, конечно, вот пулеметчик немножко в другом месте расположил. Ну да ладно. Так, у тебя, кстати, вот, Тушканов, у тебя что, он Хазма Вест? Critical Hit. Leading Chance. По-моему, нет, у тебя... По-моему, вот у Виолетты Хазма Вест. Immune to Fire. The Frost. Да, у нее Хазма Вест. Вот, как-то так удобно здесь стоишь. Ну, давай, работай. Ой, ай, молодец. Ай, красавица. Слушай, ну он... Я не знаю, то есть есть смысл. Так, давай мы ее отведем. А на ее место пусть станет вот Тушканов. Сразу перезарядка. Overwatch. Big deal, everyone knows that. Reloading. All right. Так, чуть-чуть подтягиваем народ. Absolutely. Чуть-чуть поближе. Тут надо только не увлекаться, потому что тут все-таки паки рядом ходят. Окей. Так, и... Не-не-не, давай на следующий ход. Тимучину обновим жилет. Это все еще там паникует. Ты, конечно, мне отличную службу сделал, что... Покоцал там кого. Там пулеметчик, кстати, есть. Там же пулеметчик еще остался. Вот он. Здравствуйте. Так. В кого он стреляет-то? Не вижу. А, сапресс. Странно, кстати, что у него это пушка звуковая. Это ты на... А, это ты искру подавил. Сейчас он обосрет. Неа. Было бы забавно, если бы он еще запаниковал бы.
Так, сержант. Отлично. Все долбят искру. Этот мне только это на. Мне только это и нужно. Паника. А, мы сейчас ему укрытие сломаем. Так, вот следующий пак. Ага, ну вот сейчас первая ракета пригодится. Хорошо, вы прям кучно встали. В 17 попал. Элитный пафайдер. Труперы. Сам солдаты. Нет. О, меха мы сейчас можем ломануть. Вам на назидание. Может даже, кстати, ракету сейчас не придется тратить. Потому что здесь, в принципе, обычные солдаты. Я бы, конечно, ракету бы оставил на более жирные паки. Они тут есть, я знаю. Вот на рейде за материалами всегда ходит пак с кучей мехов и мутонов. К тому же тут вот искра танчит и всех еще обзывает. Они обижаются и вон в панику сразу. В кого он стрелял? Пучками, что ли? И лорда все-таки задели. Надо побыстрее разобраться с этими пачками, потому что этот, как его? Сейчас скоро избранная прикрется. Прям вот. Так, ну что? Здесь уходим в тень. Сначала надо снять массовый сопресс. Для этого у нас есть вот. Отличный мужчина просто. Ну-ка. Так. Даже ракету не буду тратить на вас. Так, хэви ганнер минус. Okay, let's do this thing. Так. Подожди. У нас же есть здесь вот. Сидит мадам. Давай на него таргет. Сначала. Сейчас будем планомерно всех уничтожать. Так, теперь стреляем. И вот другое дело, огонь. Блять! Да я бы по-другому бы и не выразился. Ну вы, блядь, даете просто. И придется на вас потратить ракету. Ага. Правда, обзор закрыт. Yeah. А может быть и нет. Надо сопресс снять. Или все-таки ракету. Одну. Отклонение будет большое. Ну вот так вот не очень просто. Не очень много.
Возможно, что сейчас меха не взломать. Не получится взломать его. Точнее, потому что Джей нужна будет на других мероприятиях. Так, ну сопресс, так. Да. И вот давай вот так вот сделаем. На, вот вам еще гранату. Все. Так, солдат Джейн. Да, конечно, пулеметчик, который промазал в 90, я вот еще думал, стрелять шквальным огнем или все-таки стрелять обычным. Ну вот, выстрелил обычным. Так, здесь метку на генерала. Этих. Так, а ты кого видишь? Только его, да? Вот этот сейчас под угрозой. Давай мы его на него наложим щит. Давай искра по нему стреляем. Лучше. И она промазала. Молодец. Отлично. Все правильно сделала. Рисковать не хочу. Тебя и так могут найти. Один. Давай. Так, надо генерала знал, убивать. Свои навыки, рано или поздно. Надо убивать генерала. Вот, давай по нему, вот, булзай. Огонь. Все еще жив, гад. Можно, конечно, взять его в засаду. Нет. Убираем его. Жалко, не хватило. Так, паника. В общем, действует сейчас будет вот биотрупер и гардиан, который вот там остался. Ну и я жду избранную, когда припрется. Гардиан не сдвинется. Overwatch, covering fire. Значит, по нему сейчас снайперат будет работать. Да вы заебали, сколько можно. Their blood is on your hands, commander. Так, 80. Так, подожди. Давай-ка ты снова меточку поставишь. А то ты его не видишь. Тогда поставь метку на гардиана. Потому что он вот опасный, и надо его сейчас попробовать снять кем-нибудь. А кто его увидит? Давай начнем с другого. Ага, и да если я сейчас в него пальну, он мне в ответ пальнет и может меня ранить. Тогда пусть стреляет искра. У него сейчас вроде должен овер сейчас спасть. Так. Давай вот в него тогда еще меточку. Пусть тогда стреляет искра, чтобы... А, подожди. Во-первых, давайте еще сделаем щит еще раз на искру. Как раз. Так,
Этот под щитом. Надо вот ему щит обновить. Ты пока подожди еще. Еще успеешь. Здесь. 5-5-5. А. Гардиан тебя не видит? Огонь. Делается выстрел, чтобы поставить метку, потому что у одинокого лорда есть маркер. Вот. Теперь. Стреляется. Огонь. Делается covering fire. Это мимо. Вот, а вот эти 45% могли сейчас попасть в кого-нибудь из моих и очень сильно даже ранить. Вот, а здесь все было защищено. Прямо вот со всех сторон. А, теперь делается, ну... К сожалению, Гардина вообще никто не видит. Поэтому сначала Пирс делает выстрел. Огонь. Нахуй. Сразу. С пляжа. Так, теперь делаешь ты выстрел. 93. Вот, теперь надо убить Гардина. Как нам это лучше сделать? По-хорошему, конечно, тут... Так, Козулин. О, у Козулина нет щита. А вот, вот по кому там стреляли тогда, вот. Козулин, Козулин, давай, на тебе щит. Снова. Гардина ниоткуда не видно. Придется тогда Козулина садим сюда. Ну, давай шквальным огнем его. Не хватило. Сколько не хватило? У него 9 хп, 2 осталось. Сейчас добьем. Так, Кирилл, садись сюда. И давай из подствольничка его. Как раз. Все, до свидания. Все, отлично. Мы убили, получается, 2 пака. Тут еще осталось, насколько я помню, 3. Перезарядка овер. Перезарядка. Зарядка. Перезарядка. Все, все перезаряжайтесь. На него тоже щит надо наложить. Мы ждем Чуху. Чуху и остальные паки. По идее, она уже где-то должна быть здесь. Должна показаться. По идее. Good copy. Moving on target. Никого. Отойдем сюда, перезарядимся. А, сюда. Подведем пулеметчика. Like так, встаем на овера. Здесь последний щит вот на Тимучина. Подтягиваем народ поближе. Сейчас эта тварь где-то появится, вот 100%. Прятаться от нее, ну я имею в виду, уходить в глухую оборону от нее бесполезно. Надо просто, сейчас я выставлю всех бойцов, чтобы если что, по ней можно было пальнуть. Так, ну где, где она? Я шредер ракеты на нее берегу, как раз. Вот, у меня такое ощущение, что вот сейчас вот с этой стороны придут.
Вот все посылы к этому есть. Rolling. Вот я не вижу, что там. Нет, давай обратно возвращайся. Вот чую, сейчас прилетит. Вот оттуда кто-то придет. Так, давай-ка. Слушай, лорд, отойди назад. Yep. Пулеметчик, отойди сюда. А, ты стой там. А, так, ты отойди. Not a problem. То же самое. Отходим. Отойдем. Moving out. Джейн, тоже отходи. Отходи, отходи. Давай сюда. Слушаю. У меня прям вот нехорошее предчувствие. Мне не нравится, как он там сидит. Вот просто не нравится. Давай-ка ты тоже отойдешь вот сюда, например. Hold your horses. I've got my eyes Yeah. Holding position. Вон, я с... Be careful, pilot. Ага, с той стороны иду. Ну, где она? О, вот она. Так, 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 пулеметчик. Сейчас огребет. На нахуй. Еще одно ранение. Три ранения уже за этот раз. Так. Сейчас. Так. We've got the chosen right where we Нет! It's time to strike. Так, куда она бежит? Ага. Ух, она убежала-то, блин. The elders grant me their vision. And with it, I am everywhere. Так, ну здесь как бы... Я ее здесь, наверное, сейчас не достану. Шреддер ракетой. Ну вот шреддер ракеты есть только вот. Так, давайте-ка мы переместимся чуть подальше. Так. Так, поставь-ка на нее меточку сразу. Так, ты отходи сюда, а ты на него повесь протокол защиты. Перемещаемся чуть поближе к ней. Ты отсюда ее уже видишь, да? 8. Ну, слушай. Проблема в том, что шреддер до нее сейчас не достанет, поэтому давай-ка сюда шреддер помещаем. Так, ты стой здесь. I bet you half your rations that I can get to the top before you. Heading out. То есть я до вот до сюда ее достану. Только она получается где-то вот тут прячется.
Я, конечно, сейчас могу дать приказ, но там на приказ на ракетчика, но там сейчас такой дикий сдвиг будет по этой ракете, что забейте просто. Так, Пирс, вы остаетесь здесь. Не, давай переместимся подальше от края. Я хочу от края вообще отойти. Пока что не буду не тратить ничего тратить. Давай я просто по ней постреляю. Так, о, я слышу уже топанье. Топают. Так. Ага, она осталась. Ничего себе, она Немезиса призвала. Ой, ёб твою мать. Но он один. Что-что? Вас не слышно. Так. Смотрите, что умеет. Так, куда? Ой, молодец, отлично. Нас со своего места никуда не сдвинулось. Упс. Ну вот, она стала чаще применять свой дробовик. Он еще и кровью стекает. Ну что, сейчас мы его подлечим. Так, на нем метка висит. Ну, начинаем тогда работать по избранной. Так. Чё? Так, давай, Вася, перемещайся. Ну-ка, а чё он на него повесил-то хоть? Bleeding out. Да, вот мы... У него ревайв протокол. Вот. Ну вот, давай. Да ё-моё, ты можешь, блядь? Серьезно? Ты по ней попасть не можешь? Да, блин, это проблема. Это прям проблема. Ну ладно. Тоже не может ее задеть. А это ты еще и сдвинуться не можешь с места. Молодец. Давай тогда так. Фраг, аут! Да, по избранной не попали. Так, ну у нас овердрайв есть, давай. На нее не пошалею. All right, let's go. Неужели, ну что, придется приказ использовать? Нет, не придется. Сейчас мы вот так вот сядем. Вот. Вот так. Ломаем ей укрытие. И вот, вот теперь начинаем работать. Здесь даже он дезориентированный попадет. Огонь.
сначала давай пулеметчики, потому что у них есть шредер. Так, кто у нас в приоритете? Вот, теперь давай ты, у тебя тоже шредер есть. Огонь. Такие звуки. Такой ау! Так, так, теперь Тушканов лупит. Что он только ее и видит. Каждый раз. Давай, надо за... Блять, я, блять, я только что обосрался. Я думал, я там сагрил кого-то, мехов каких-то. Так, слагшот. Ты давай этот. Сиди, стой на месте. Вот. Так. Вон пусть теперь наши снайпера поработают. Они еще не стреляли. Как раз. Я там даже в тень уходить не надо. Все, готово. И Немезиса. О! Раз она призвала Немезис, значит, после этой миссии мы его залутаем. Отлично. Наконец-то. Из него же там может что-то делать. Он то ли какую-то базуку может делать, то ли еще что-то такое. Ну, слушайте, избранная, конечно, опять слилась как говно, но, она, вот, да, обзавелась несколькими трюками новыми. Закрой свою хлеборезку. Do not test my patience. Ой, бля, я просрал овердрайв. Молодец. Надо было не врубать его. Надо было сначала искрой пропалить полностью, а потом уже его овердрайв. Eyes on the prize. Так, ладно, Пирс, стой здесь. Come get some. Слушаю. Так, ну все, теперь остается у нас паки. А, водка, а вот и они как раз. И это у нас. О, да, это у нас самый жирный пак, а вон дальше змеи еще есть. Ай, красавец! Ай, искра, молодец! Ты посмотри, что сделала. Ой, как кучно вы встали, пацаны. Сейчас шредер к вам залетит на огонек. Отлично, они все в сапресс ушли. Что не может не радовать. Сейчас я еще мехов тут поломаю. Тоже сапресс. Все, отлично. Вот лучше, я считаю, лучше момента подловить этот пак просто нету. Они все сапрессят. Но это все снимается одной ракетой или гранатой. Так, а, вот он просто пострелял. Самое главное, одного самого мощного врага мы убили. Так. Я, конечно, рискую очень сильно. Вот так вот подставляю его. Ну ладно. Так. А теперь. Ага, все, я понял. А вот теперь надо очень сильно попасть. Прям вот попасть, прям вот, я не знаю. Adios! Давай, Вась! Ебаш их! Я как раз вот на вас всех
ракеты берег. Так, сколько сапрессов отменилось? Ага, минус 2 сапресса. Все, теперь вот это вот мы все дело закрываем дымом и в дыме боевые наркотики. Улучшаем еще и меткость все. Вот теперь, что мы делаем? Кого мы видим здесь? Так, вот этот мех. Под шредером? Да, под шредером, значит, этот мех будет попущен. Так, минус мех. О, нихрена, там влетело. Минус один мех. Все шикарно. Так, Пирс, давай сюда. Так, ты под шредером? Нет, не под шредером. А ты? И ты не под шредером. Но кого-то из вас надо точно убивать сейчас. А вот зараза, а? Ты посмотри. То есть я не могу им сдвинуться. Может быть так? Если я им сдвинусь, его тут же надо будет вылечивать. Тут же просто. Отсюда, может, видно? Блин, походу их взломать я не смогу сейчас. Так, Пушканов, он под сапрессом? Нет, не под сапрессом. Все, отлично. Значит, можно работать. Соответственно. Так, а что... А, вот, где сейчас надо было овердрайв делать. Сапрессом вот ты. Ну, мы сейчас вот так вот. Сейчас мы тебя попустим. Шреддерганом. Ахуй. Минус Центурион. Отлично, минус еще сапресс. Так, вот теперь начинается у нас стрельба. Начинается стрельба. Так, теперь надо очень правильно и четко распределить стрельбу. То есть это вот сейчас это вот крайне важно. У кого есть аптечка? У Пушканова есть аптечка. То есть, если я, допустим, сейчас вот бегу, а тут спрятаться негде. Зараза. У Джейн есть аптечка. Она может подойти. А, ну, в смысле подойти, то есть... Ей сейчас лучше приказ отдать будет. Вот на кого она может приказ отдать? Так. Давай еще одну ракету туда. Еще одну ракету как раз. Ха-ха-ха, я тоже так считаю. Оу, ничего себе там взрыв. Так. Так, вот теперь. Мутон Центурион, огонь. Ставим на него как раз еще меточку. В общем, кто здесь опасный? Мутон Центурион? Так, теперь стрельба. Пирс Невис теперь, к сожалению, только его видит.
Ну тогда лупи по нему. Target neutralized. Еще осталось. They've got eyes on me. Так, теперь 190. Так, окей. Ты никого не видишь. Так, 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 так. Можно, например, делать вот так вот. Ария Сапресс. Как раз три выстрела будет. Так, тогда... Ага, 87. Вот ставим на него метку. А ты его еще не... Блядь. Copy that! Been doing this for 10 years and I've never had a weapon jam. Так, а где? Вот, Виолетта. Виолетта. Лупи тогда по нему. Target neutralized. Так, теперь лупи по нему. Нет, а ты давай. Все-таки поставь. Во-первых, ты только двоих видишь, поэтому ставь метку вот на него. Сейчас, возможно, мы тоже по нему постреляем. Там нага, но она не сагрена. Так. И вот на него ставь. Так, вот, теперь, значит, кто кого видит. Ты видишь только мехов. Ты забей. Ты видишь его. Виолетта видит мех. Двоих мехов. Вот ты видишь только мехов. Хорошо, ты видишь двоих мехов. Ты видишь только одного меха, красного. Ты видишь всех мехов. И ты тоже видишь всех мехов. Значит, тогда сначала ты стреляй по по нему. Огонь. Так, а теперь... Так, теперь, который видит... Стреляй в него. Все, отлично. Теперь мы... Что мы делаем? Владимир Тушканов. Далее. Ты стреляй вот в него. Огонь. Теперь, Виолетта. Так вот, Виолетта стреляет меха раз, добивает его. Теперь Виолетта, наша красавица, стреляет. А, у нее только одно действие. Ну и ладно. То есть, ну ты тогда стреляй в него. Мажешь. Хер с тобой. Фу, разрулили. Все, теперь остается только вот этот вот чел. Которые... Что-то они все хотят убить вот одинокого лорда. Типа, как вот... Что-то мне сразу вспоминается полицейская академия, сцена с голубой устрицей. Как, что, новенький? Сейчас мы... Давай, сейчас прописку надо пройти в XCOM. Так, вот, наконец-то Заикин загорелся. Сам. Вот, теперь пиздуй сюда. Иди туши, и чтоб тебя по твою жопу потушили. Вот. Так. Далее, кстати. А кто у нас тут еще раненый? А, ну раненый, ну, незначительно. Так, а кто кого видит? Вот этот на овере стоит. Угу, ты вообще в тени. Пирс кого не видит? А, он может вот здесь. Так. Опа, здравствуйте, сюда. Щит, не щит, вообще похер.
Target eliminated. Вот, теперь что мы делаем? Давай, 100%. У нас еще есть одна ракета. One of us has got to take that thing. Just a few bullets left. Вот я чисто немножко побаиваюсь вперед идти, на самом деле. Поэтому, знаете что, я не пойду. Так, вот одинокий лорд, вот. Okay. Зарядка и этот. Сейчас мы на него еще этот повесим. Опа. Вон они. Я вот, вот то, что вон там. Змеи долбаные. Так, сюда. Короче, перезарядка. Здесь он в полуукрытии сидит. Перезаряжусь и, пожалуй, ханкер. Так, здесь меня отсюда не будет видно. Слушаю. Ready to go. Holding. Так, нет. Вася, где мы, Вася сегодня? Потом не пиши мне в комментах, Вась, что это вы, типа, а где мой перс, блин? Твой перс уже там как два задания, два выпуска появляется, а ты все приходишь, пишешь, а типа, где мой перс, блин? Ну вот же он, блин. Ну. Так, он тоже в полуукрытии? Да, он тоже в полуукрытии, поэтому ханкер. Так, что он делает? Опа, он убежал туда. Там, там кто, с той стороны кто-то есть. Ё-моё. Ой, как мех хорошо встал. Сейчас мы его ломанем. Упс, блядь, пирс! Пиздец. Ой, ебать, пиздец, пирс подставился. Пирс, живи! А сопресс? Хорошо. Блядь, и эти сагрились. Да идите вы все в жопу. Сейчас мы вас ракетами забросаем. А, отлично, вы так еще встали кучно. Ох, блядь. Вот, пирс тоже огреб. Половина уже, половина личного состава уже, блин, ранены. Так, короче, лечись. Сразу. Кстати, надо ему озвучку поменять. Вроде у меня была озвучка Пирса Невинса. Так. Здесь что мы делаем? Ну-ка. Отлично. Сразу ломаем его. Развлекайтесь. Слушаю. Так, на вот вам, блядь, туда ракету. Последнюю. Надо от этих змей избавиться. Ой, молодец! Просто, просто... Просто, блядь, красавчик. Так, здесь мы... ходим назад. I'm going in. Давай по мутону. Попробуй его. Если попадешь, прям молодец. Ой, молодец. Все, пирс. Пирс живет. Пирс сейчас убежит.
Так, все. Пирс, беги! Беги, Пирс. Просто в ужасе убегай оттуда. Даже ты только... Куда тебе бежать-то? А, вообще есть куда. Вот. Где бы тебя сохранить-то? Даже не знаю прям. Так, сейчас, подожди тогда пока. Так, сейчас я их угощу гранатой. Вот так вот. А вон там, кстати, Мутон Хантер еще есть. Так, мутон кончился. Так. 36-35. Давай по нему тогда. А, надо искру подставлять тогда. Сейчас под атаку. Да, просто вставай он посередине. Сейчас мы тебя еще дымом закроем. Вот, теперь. Отходим назад. Открываем его дымом. Блин, раскрывать ли мне разведчика? Даже не знаю. Ну, по-хорошему, конечно, я бы не хотел. Ладно, давайте пока не будем. Пока не будем его раскрывать. Пирса... Так, Козулин, давай сюда садись. Блин, кто из них опаснее? Не все опасны. Так, пальни и уходи. Отлично. Так, и отходи. Сразу. Сразу назад. Так, Виолетта. Okay. Добей мне вон ту змею. Не хочу я раскрывать пока. Не хочу я раскрывать разведчика своего. Так, а вот Пирс, давай, отходи. Отходи сюда. Watch and learn, guys. Так, сопресс. Да ёб твою мать. Okay, let's get there. Раз, ты мой ёб, давай. Don't let me fucking stop! Так, а ты давай сходи-ка вон туда на разведку. Ту местность посмотри, нет ли там кого. Есть еще один факт. Я очень надеюсь, что сейчас отвлекутся на этого меха. Так, вот мутон уже отвлекся. Так. Драться будешь? Лошара. Спасибо, что открылся. Отлично, молодец, сработало то, что он. Так, Мутон Хантер. Шикарно, сейчас мы его порвем.
Жаль, там не сплэш-атака. Худые. Вот там все отбегаешь. Слышишь, щит, барьер. Угу. Попал, да и хрен с ним. Молодец, открылся прям под снайперов. Подожди, тут есть кому. Тут есть кому его замочить. Так. Вот этот более опасный враг. Немножко так упокоцаем. Вот. Погнали мутона этого валить. Сейчас добьем. Он очень... Он опасный, реально очень опасный, поэтому лучше его добить. Здравствуйте, огонь. Хорошо, идем. Прям вот мне нравится. Heading out. Hostiles pacified. Давай, огонь по мутону. Вася, ну он ранен, ладно, ему простительно. Он сегодня много сделал прям, поэтому ладно, ему простительно. Пирс, отходи. Добивай. Перехуевертила его, да, посмотри как. Target down. Ему плохо, то есть, ладно. Не будем показывать пальцем. Так, тут еще два активных. А, ну вот он, наверное. Так, ни хрена, там еще есть. Там еще пак с мутонами. Так, вот, слушай, давай сторожи. Надо будет потом занять позицию обязательно. Так, давай сюда. Так, ну ладно. Сейчас пусть этот... как его зовут? Хорошо. Щит-барьер добьет мутона. Точнее, меха добьет, я уже путаюсь. Меха добьет. Просто он хакнутый. И этот. Потом будем перестраиваться для атаки на последний пак. Вот, давай. Добьешь его? Добьем. Сейчас он тебя добьет, значит. Потом мы добьем его. У вас делаются отличные жилеты. Так, ну, блядь, до свидания. Position confirmed. Ну, там последний пак.
там точно последний пак. Поэтому снайперов мы сейчас вот заведем вот сюда, вот. Вот они будут как раз простреливать всю эту местность. Got it. Так, а мы... Нам надо перестраиваться вот для атаки. Heading out. Так, ну давай, добивайте его. Все. Все отлично. У нас еще есть приказ, поэтому все хорошо. Здесь давайте перестраиваемся для атаки. Ready. Come on, you Danny Dart. Let's roll. On the move. Так, Вася у нас, к сожалению, теперь не тот стрелок, ну, не тот уже боец, который был раньше, потому что у него кончились все ракеты. Но он сегодня сделал много, поэтому ему простите. Он молодец. Так. Великолепно. Собраться-то. Лут-то надо забрать. У нас еще есть подствольные гранаты у некоторых, чем мы непримерно воспользуемся. Reloading. Все, ждем. Подожди, блин. Ну ладно, иди. Так, иди забери лут. Чё там? Отлично. Все, что... Все, как мы любим. Так, и вот, вот наша позиция. То есть, вот... Позиция номер раз. Пирс ее занимает. Позиция номер два будет... Хотя, возможно, двух снайперов сожрет. Не, ну вот они будут простреливать вот, вот эту вот тему. То есть позиция номер два, скорее всего, вот здесь будет. Либо вот здесь, опять же, вот. А, подожди, как ты здесь сядешь-то? Ладно, сейчас посмотрим. Так, разведчик. И разведчик наш. Конечно, вот это такое затишье, мне прям оно не очень нравится. Ну ладно, подходим. Встаем. Oh, hell yeah! О смене позиции, командир. Сюда пока. I'm on the move. Будем двигаться посредством. Перебежали в ханкер. Что эти твари, блять. Я насколько я увидел, даже там краем глаза, там, ой, там что-то, там прям что-то серьезное. Там несколько, там три мутона. Поэтому лучше лишний раз сейчас не рисковать. Лучше лишний раз не рисковать. Так, пирс определенно стоит здесь, да. Так,
Аккуратненько подходим. Никого. Нет, не нравится. Где они? Наверное, может, в конец карты ушли? Так, вот здесь хорошие. Вот хорошие здесь позиции, поэтому вот их надо сейчас быстренько занять. Да не, блядь, не хочу это делать. Что ты делаешь, блядь? Это? Выстраиваемся в линию. I know. Let's go for it. Вот еще дерево тут есть хорошее, вот тут, вот тут хорошее укрытие, как бы. Keep your head down. То есть хороших укрытий тут много. Мы как раз там заняли позицию снайперами. Ну все, мы готовы. В принципе, готовы. Теперь их надо только найти. Здесь, что ли? On my way. Куда же они делись-то? Неужто вот туда сместились? Эй! Stay put. Take your cover. Maintaining position. Yes, sirree. Мне это очень не нравится. Прям вот, вот слово совсем. Order's confirmed. Moving out. А, вот они. Ах, вы сволочи. Вы посмотрите, как они сместились. То есть они сместились аж вот сюда. Я их, блядь, теперь не вижу никого. Ну, почти не вижу. Ну-ка, дай-ка я рассмотрю. Барьер, 2 центуриона, 1 мутон, вайпер, медик, трупер и пафайдер. Ну вот они как раз вот. Мутоны, центурионы будут поопаснее, чем эти капитаны на самом деле. Снайперная возвышенность. Ну они достаточно от меня далеко. Сейчас начнем работать. Так, уходит дальше. Ну, может, оно и к лучшему. Сейчас начнем работать тогда. That's affirmative. Так, вот, все, вижу. Давай, так, работаем. And kill
Killing you will just be fun. Ну, Центуриона в первую очередь уничтожаем. Они вот в первую очередь спрятались. Так. Готово. Target neutralized. Так, скраб, давай сюда. Let's go now. That's affirmative. Copy that. Copy that. Okay. Слушаю. Scanning. Okay. Hold on a second. Okay. Sounds interesting. Ждём гостей. Отлично, не открылись. Фига у него, смотрите, меткость 100 мутона, я только сейчас заметил. Ах ты, блядь, гондон. Чтоб тебе пусто было. Смотри, смотри, что эта мразь сделала. И на сколько ты его вылечил? На 6. Посмотри, что он делает. Я считаю, это незаконно. Это его надо оштрафовать за это. Центурионов валим в первую очередь. Именно центурионов. То есть больше никого. Так. Огонь. Интересно, а сколько у тебя аптечек? Ты дважды его лечил. А, ты его, не видишь только его. Ну, тогда работай по нему. Четыре брони у него. Четыре брони у него. Overwatch. Так, ага, вот он, вот они уже, здесь. Чё, сколько у тебя аптечек? Хорош, слышь? А, все, кончились. Три аптечки у него. На третий раз таки наконец-то мы его добили. Так, ну... Так, они там где-то сидят. Чего, сейчас мы их выкурим.
А вот и я. Здравствуйте. Упс, нашли. Нашу мадам нашли. Так. Не, ладно, ничего страшного. Работаем. Где мой гранатометчик? Да ёб вашу мать! Что-нибудь придумаем. Так, во-первых, так, на разведчика, да, нужен протокол защиты. Так, а вас надо взять в сопресс. Отсюда видно. Одного видно, этого хватит. Так, 33. А, их там нет, их там вон сколько сидит. Кого видит разведчик? О, Центурион. О, ну-ка, ну-ка, давай-ка на нем меточку поставь. Как раз вот он больше всего меня напрягает. Укрытие ему давай сломаем. О, обоим сломали. Отлично. Правда, теперь почему-то никто никого не видит. Так, где искра? Она уже сходила, что ли? А, да, она уже сходила. Огонь тогда по нему. Молодец, мутона шотнул прям с одного выстрела. Так, теперь пирс работает. Недостаточно. Да ёб твою мать. Блин, вот эти миск... Вот эти мискликовные курсоры, это просто вот, я не знаю, вот, бич всего. Так, Заикина, давай, последний приказ на тебя отдаю. Зайкина, извините, Зайкина. Так. Надо по тебе ария сопресс. Give me a sec. Hey, why are we doing this, bro? Так, сюда ближе подводим. Так, а ты, вон, отходи. Сюда. Назад. Отходи назад, чтобы тебя не видно было. Так, вот мутон. Ага, ну он на Overwatch уже встает. Свидание. Сейчас там еще кто-то подойдет. Так,
Пафайдер элитный. Ну что, вот остается медик, элитный пафайдер и тот мутон-капитан. Ну, или как он там правильно, я не знаю. Так, ну а вот так вот проще сделаем. А подожди, а где он стоит? Он где-то там стоит, да, вот? Я вот не вижу, где он там стоит, честно говоря. Так, ну чё, искру подставлять, он может пострадать сильно. Нет, давай-ка ты знаешь что? Давай-ка мы все останемся на тех же позициях. Будем просто перестреливаться. Потому что этот мутон, он, ну, не особо стреляет, на самом деле. Вот, вот вы все укрепляемся. Укрепляйтесь. А мы начнем так их валить. А, вон он стоит. Ну-ка. Вот, все, отлично. Overwatch. Все. А кто стоит за... А, тут как раз таки Тушканов-то и стоял. Ай, блин. Ну ладно. Так, тогда подожди. Тогда пока погоди. Так, слагшот. Чего страшного? Метку, самое главное, поставили. Так. А этого мутона... Сейчас мы его замочим. Проблема. No, we need something bigger. Copy. Вот и все. Давай уж напоследок, он тут последний остался. Вали его. Вот, Вася добьет. Огонь. Раз. Метку поставили раз. Или не поставили. А ну все. 65. Вот такая миссия. 6 раненых. 6 раненых. Но миссия, вы сами видели, довольно была не из простых. Peacekeeping forces will be honored by the speaker this evening. All citizens without a valid work exemption are required to attend. Итак. Ох, Пирс, да, Пирс прям сильно пострадал. Адвент на 8 на недельку, на 17 дней. Все прям вот пипец. Пострадали так. Одинокий лорд со Светланой Зайцевой подружился. Так, Заики у нас подружился с Васей Тимучиным как раз.
Так, Зайкина получила повышение. Так, значит, еще Тимучин выбывает на 17 дней. Один день Искра легко ранена. И Одинокий Лорд получил всего лишь, не знаю, там, походу ему глаз вышибли. Если у этого пол жопы оторвало, пришивать сейчас придется. Так, Зайкина получила повышение. Не может не радовать. Че ей дать? Вот что ей дать? Вот этот Suppress, конечно, очень хороший на самом деле. Primary. Ее Suppression. The Primary Target. Или Second Will. Use and Make Kit. Давай вот это возьму лучше. Можно потом, кстати, вот можно еще вот это докупить. Чуть попозже. И апнулась Джейн Холмс. Так, что ей взять? Дополнительный стелс-протокол. Угу. Очень будет неплохо. Например, на тех же миссиях, если случайно случайно сорвали маскировку. Да, давай его возьмем. Из альтернатив тут есть вот волю всем дать и всем дать защиту. Ну, давайте лучше вот это возьмем. И когда у нас будет вот эта вот тема, ох, блять, вот тогда мы, как говорится, вот тогда мы похохочем. Вот когда у нас будет вот этот навык под названием кукловод, когда он самый базовый наш навык, хайп, протокол взлома, он делает, он ход не завершает. То есть я могу его использовать, например, два раза в ход, если, допустим, например, Джейн Холмс, если кто-то ей даст еще одно действие, там, третий раз в ход. То есть я могу вообще вот эту пачку мехов, которую вот вы... вот видели, вылезла пачка мехов. Я их всех троих мог просто взломать. Да пожалуйста, деритесь с ними. Ну вот и все. Я очень жду, когда это прям будет. Прям вот не знаю. Еще, конечно, вот это бы хорошо бы докупить. Ну я коплю деньги на последние. Вот этот прикольный, но вот вот самое хорошо. Больше обилок и так далее. Так, а, и лорд. У нас лорд прокачался. Чего взять? Disable shot. Enemies. Угу. Fastball. Next grenade you throw for lunch. Stir does not cost. А, ну то есть, если он если он на месте стоит, он вот под его вот этим, вот и под его обилкой, он может кидать гранаты, аж этот, как его... Он может кидать аж три гранаты будет. Но в принципе это не особо нужно. А вот что у нас тут? Bridge. Far shot that destroy cover and shreds one armor small area. О, вот destroy cover. Вот это самое главное. Если он как подрыв будет работать, то вообще отлично. И this. Aim. И critic. Ну, это прикольно для дробовика. Вот потом надо будет вот это взять. Так, 2 к мобилити, 2 сопресса, плюс 3 к мобильности для мечей. Для мечей. Баблище дали. Трупов надавали. Так. О, у нас теперь Немесис. Отлично. Можно взломать Немесис, и что-то из него можно получить. Это уже вторая стадия у него. Давайте посмотрим. Так, биогенераль. Вот. Немесиса. Вот отлично. Я очень хочу посмотреть, что он из себя представляет. Пирс Неменс, Fear of Fire. Понятно, Светлана Зайцева, Breaking Consolment. И честно говоря, от того, что у меня теперь вот этого мода нет, надо ускорять вот постройку вот этой вот темы. 150 баксов. Ну я сейчас пойду, чуть продам. Вот это вот еще улучшу. И надо запускать себе госпиталь. Потому что сколько у нас получается тогда сейчас раненых солдат. Вот Пирс Невинс выбывает больше, чем на месяц. Вот у нас, ребята, раз, два, то есть все болеют. Спарка, ну это ладно. Можно больше, кстати, можно спарк создавать. 5 дней инженер будет болеть. Ну, в общем, но личный состав все еще есть, поэтому нормально. Поэтому живем. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. И всем пока и удачи, до новых встреч. Не болейте.